23 января в культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялось состязание по шахматам. В одной из самых популярных логических игр приняли участие команды самых различных институтов и подразделений. Практически 5 лет мы занимали первые места. В том году мы были 4-ми. А вот в этом году немножечко начали улучшать показатели. Быстрые шахматы или же рапид зарядили участников неистовыми эмоциями, которые они в полной мере пытались удержать себе. Ведь какой бы ожесточенной и захватывающей ни была игра, поражение всегда обидно. Первую игру, к сожалению, проиграл, потому что была первая доска, самая тяжелая доска. Ну, посмотрим, что дальше. В этом году победу одержала команда Института вычислительной математики и механики имени Лобачевского. Соперником его упал флаг. У меня было еще довольно много времени, но выкрикнули с зрителей, так скажем, что флаг у соперника упал. Вот. Ну и приняли решение в итоге договориться о ничьей. Но эта ничья вывела мехмат на первое место. Уже 29 января в бильярдном клубе «Притяжение» стартуют соревнования по бильярду. Диана Шилова, Владислав Сергеев, Универньюз.